Каждый студент вышки хотя бы раз сталкивался с такими непонятными буквами, как СОП. Ну, конечно же, после ЛМС. Однако, согласно нашей магической статистике, лишь единицы знают значение и цель существования этих трех букв. Опросы видали всякое. Суперобразованный пограничник, скелет образовательной программы, сочный обуховский пирожок, секрет отличного предпринимателя. Но, конечно же, это неправильные ответы. А как же правильно? Что же это такое СОП? СОП в переводе на человеческий означает студенческую оценку преподавания, которая в обязательном порядке проводится в конце каждого модуля перед экзаменами. Посредством СОП студент показывает свою заинтересованность в жизни университета. Хотите сделать вышку лучше? Участвуйте в СОП. Подумайте только, ведь можно ставить оценки своим преподавателям по итогам курса. Это означает, что мы, студенты, можем сами управлять своим образованием и проявлять высокую социальную активность. Но главный вопрос остается открытым. Действительно ли все это влияет на нашу учебу? Давайте разберемся вместе. Студенты получают анкету и оценивают курс, его новизну, полезность и сложность. Полученная информация позволяет академическому руководителю менять учебный план и программы дисциплин, чтобы нам с вами было интересней учиться. Кроме того, студенты оценивают качество преподавания, то, как преподаватель работает с аудиторией, ясность изложения материала, ясность предъявляемых студенту требований. СОП – это способ сказать спасибо классному преподавателю. По результатам оценивания курса можно понять, как преподаватель справляется с работой. Каждый год академический руководитель пересматривает учебный план, чтобы наполнить его интересными и современными курсами и пригласить топовых преподавателей. СОП – часть кадровой политики университета. Лучших преподавателей поддерживают и поощряют, в том числе материально. Если оценки средние, то преподаватель пересматривает программу и иногда отправляется на курсы повышения квалификации. А с тем преподавателем, которого несколько раз оценили низко, нам придется попрощаться. И вообще, проходите СОП, не расстраивайте Сергея Михайловича. Помните, что прохождение СОП – это и право, и обязанность каждого студента лучшего вуза в галактике.